Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сером Assassin's Creed Play. Первый сер, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, напоминаю вам, что как только мы набираем под видео 100 лайков, выходит новая серия. Итак, думаю, по названию ролика вы уже догадались. Кстати, я еще постил об этом в своей группе официальной. Так что подписывайтесь насчет этих бизнесов. Да, просто на сервере сейчас присутствует 3 бизнеса по ГОСУ. Не знаю, когда этот видос выложу, но всех вас с наступающим, либо уже с наступившим праздником. Извиняюсь, если будет шум, потому что у меня гости, как бы, на праздник завтра и так далее. Думаю, вы все это понимаете. И думаю, у вас тоже такая сейчас атмосфера, что там суета и так далее. Итак, первый бизнес — это пиротехника моя бывшая. Она стоит сейчас по ГОСУ за 7 миллионов, пацаны. Вот при въезде в Арзамас, вот она стоит. Я чисто вам покажу, пацаны, что, не знаю, возможно, на момент записи, когда, точнее, выйдет это видео, их уже купили, но проверьте потом. Потом можете проверить, что они по ГОСУ были. Я снимаю это видео в субботу, выложу его, наверное, либо сегодня в субботу, если наберется 100 лайков, либо в воскресенье выложу днем. Итак, второй бизнес — это тоже пиротехника возле компьютерного клуба вот этого в Арзамасе, вот возле спортзала недалеко, и, ну, возле магазина Перекресток, вон там вот. И вот этот бизнес тоже стоит по ГОСУ за 7 миллионов. Также пиротехника, видите, Оргазм называется, 7 миллионов по ГОСУ стоит, поэтому можете тоже ее брать. Я на самом деле очень в большом шоке, потому что, блин, я никогда не видел бизнеса по ГОСУ на Амазинге. Серьезно, никогда я не видел бизнеса по ГОСУ на Амазинге, на первом сервере именно. Никогда просто. И тут 3 бизнеса по ГОСУ. Я еще Бусайму не смотрел, но мы туда еще съездим. И поехали, вам покажу самый главный и, как по мне, самый прикольный бизнес, какой можно из этих 3 будет купить. Возможно, мы сейчас еще найдем 4-й в Бусайму, но это навряд ли. И вот 3-й бизнес, чуваки. Это, блин, таксопарк в Южном стоит по ГОСУ. Понимаете, Батырева куплен, по-моему, Братомайс тоже куплен. А здесь стоит за 7,5 по ГОСУ, пацаны, просто жесть. Давайте даже тайм сделаю, типа, чтобы вы мне поверили, возможно, блин. Скажите, это монтаж, монтаж и так далее. Серьезно, 3 бизнеса сейчас на первом сервере Амазинг стоят по ГОСУ. Да, они не мега крутые, блин, но все же, блин. Вы когда-то видели на Амазинге бизнес по ГОСУ? Ладно, там бизнес когда слетает, но они тупо по ГОСУ стоят, и их никто еще не купил. Если у вас там есть много бабок, можете чисто по приколу купить, не знаю, там... Не знаю, я помню, что таксопарк по приколу тоже покупал в Батырево только. Так что, пацаны, дерзайте, но сейчас мы поедем в Бусаево, я попробую там найти бизнес. Возможно, там тоже есть по ГОСУ. Я надеюсь на это. Поэтому погнали. Какая-то дичь просто происходит, блин. Никто не может проехать из-за этого дальнобойщика, какой забагал свой прицеп. Ай, блин. Это, конечно, жестко. Это, конечно, просто жестко. Зря чувак по встречке поехал. Очень даже зря. Ладно, давайте, думаю, объедем быстрее. Не, пацаны, там дикий замес, поэтому лучше сюда я съеду. Вот так проеду и все. Через второй мост сейчас проедем и, думаю, все будет нормально. А вот это, блин, ждать, пока он там что-то развернется и так далее. У него просто прицеп застрял, походу, в мосту. Кстати, кто не в курсе, я вернулся в ОПГ Южный, я на 9-м ранге, блин. Ай, это я тачку рассадил. Поэтому можете приходить к нам, у кого там есть скиллы, кто желает нам помочь отбить все территории. Ну, как все, хотя бы 30%, потому что у нас почти уже все территории забрали просто. Ну, потому что нас мало, реально. На 106-108 человек, их там, блин, по человек 15-20, реально. Поэтому, да. Просто мы даже не можем добежать до них, понимаете? Они тупо нас далека, блин, сэмок убивают. Потому что стреляют 6 человек в одного, понимаете? Ну, блядь, тут, конечно, трудно выжить. Вот, мы уже почти доехали до Бусаева. С чипом, конечно, блин, так весело ездить, на самом деле. Это
Так, давайте пробуем бочком заехать. Так, только не переборщить. Аккуратненько, выворачивайся, давай, блин. Ну, конечно, блин, на маленькой скорости трудно на ней дрифтить, но на такой большой скорости можно еще подрифтить. Сейчас поехали в этот поселочек, там, по-моему, есть столовая, что-то еще есть. Возможно, что-то из них предстоит по ГОСТу, потому что я не думаю, что там такая уж большая финка, но посмотрим. Так, вот этот поселочек, короче, тут что-то должно быть по ГОСТу. Если мне не изменяет память. Кстати, как определить, бизнес по ГОСТу или нет стоит? У него должен быть чекпоинт. А, здесь, возможно, чувак просто чекпоинт не поставил, но сейчас посмотрим, либо он по ГОСТу стоит. Что, конечно, маловероятно, да. У него ГОСТ, конечно, 1 000 000, просто чекпоинт решил не ставить и все. А столовая куплена, походу, да. Я думаю, сюда вообще никто не ходит, ну, ладно. Да, Вячеслав Монтано. Сколько у него ГОСТ у этого бизнеса, давайте посмотрим. 1 000 000. Ну, понятно, блин, их пораскупали. Лол, я даже не вижу здесь 24/7, но, блин, место, конечно, очень стрёмное. Но, видимо, у него ГОСТ маленькая, да? 3 миллиона. Ну, да, в принципе, 3 ляма это недорого за 24/7. Хотя он находится в жопе мира. Ну, видимо, может, чуваку захотелось бизнес себе. Либо, я не знаю. Ну, хотя я бы тоже, наверное, купил, если были бы у меня бабки, я бы купил здесь бизнес. Ну, короче, больше бизнеса по ГОСТу нету, всего лишь 3 бизнеса. Поэтому, чуваки, кому нужно, покупайте, короче, я решил вас чисто порадовать. Ну, так сказать, может, кому-то нужны эти бизнесы для пиротехники там и так далее. Не знаю, возможно, какой-то там дохуя бабок, он может его купить, потом продать и так далее. Всем спасибо за просмотр. Напоминаю, набираем 100 лайков, выходит новая серия. Всем пока-пока. I'd be crying.